Пацан знакомый уже очень давно хочет себе новый автомобиль. Сейчас он ездит на таком 5-летнем корейце, в принципе, брал его в салоне, все устраивает. И вот он говорил: Диман, вот понимаешь, сейчас машины подорожали, да, вот, ну, кредит могу взять, но особо неохота, как бы, понимаешь, вот, ну, хочется сменить машину. Вот, говорит, что-то вроде держит, да, но вроде желание есть. И говорит, все-таки, наверное, не буду. Подожду Нового года, потом подожду, возможно, там закончится вся вот эта жесть. А я ему говорю: слушай, а ты понимаешь, так можно всю жизнь ждать. Ты будешь ждать подходящего момента. Ты будешь ждать, когда упадут цены на автомобили. Ты будешь ждать, когда тебе повысят зарплату. Вот ты, сука, сделай, короче. И потом потихонечку эта вся реальность начнет подстраиваться под то, что ты сделал. Понимаешь? Тебе подвернется новая работа. Тебе, возможно, упадут какие-нибудь бабосы где-нибудь. Вот. А ты зато сделаешь и будешь наслаждаться этой покупкой каждый день. Не откладывайте вы на завтра, на послезавтра. Да? Это относится не только к машинам. Это относится к работе, к семейной жизни, короче. Надоело тебе что-то? Все. Меняй свою реальность сегодня, прямо сейчас. Хватит откладывать. Ты, может быть, уже до завтра не доживешь. Ты головой немножечко подумай. Поэтому иди, вставай и быстро действуй. Действуй, друг. Лайк.